Звенеть он будет 10 лет подряд. Его услышав, люди улыбаются и расцветают лица у ребят. Пришла пора, уроки начинаются. Котенок вырастет кошкой, такой же, как все на свете. Звенеть превратится в птицу, такой же, как все на свете. А дети читают, а дети мечтают. И даже их папа, и мама не знают, с кем вырастут дети. Да.